Здравствуйте! Для кого-то из нас закончилась очередная рабочая неделя, а вот для школьников наконец завершился учебный год. Для выпускников школьный звонок прозвенел сегодня в последний раз. Впереди новая жизнь и совсем другие, уже взрослые заботы. Но родная школа навсегда останется в их сердцах и памяти. Сегодня в школах Днепропетровска звучат последние звонки. Для большинства учеников они возвещают окончание учебного года. Для выпускников – начало новой, неизведанной жизни. Еще месяц, и эти ребята с аттестатами о среднем образовании вступят в сложный мир взрослых, чтобы искать в нем свою дорогу. В Днепропетровской средней школе номер 19 в этом году один класс выпускников. Но какой класс? Есть в нем и претенденты на золотые медали, и победители всеукраинских олимпиад, и конкурсов, и даже обладатель стипендии президента Украины. Для директора школы Лилии Павленко выпуск этого года юбилейный, 20-й. Она с гордостью и нескрываемыми эмоциями говорит о своих подопечных. Очень грустно расставаться с нашими выпускниками. 11А – это особенный и неповторимый класс. Я хочу сказать выпускникам, что мы очень гордимся ими. Пожелать ребятам, чтобы они не останавливались на достигнутом, чтобы они преодолевали трудности, чтобы они шли к своей намеченной мечте. Здоровья, удачи, радости, успехов и чтобы исполнились все их мечты. Торжественная линейка, посвященная последнему звонку, началась. С трепетом и любовью смотрят на своих уже окрепших птенцов родители выпускников. Для них этот день особенный – день, когда их дети вступают в новый период жизни. Самое главное чувство – это гордость за свою дочь, за то, что она закончила школу золотой медалью, успешно сдала ЗНО. Ну и, наверное, немножко грустно, что наши дети стали взрослыми. Поздравлений в эти минуты было много. И от председателя областного совета, и от мэра, и от родителей песнями и танцами поздравляли выпускников, ученики младших классов. Впереди выпускной. Внешнее независимое оценивание и поступление в вузы. Вопрос о жизненной дороге и ответственности за собственную судьбу многие из них решают уже сегодня. Добиться своих желаний, мечт, все, что хочу, все должно получиться обязательно. Ой, у меня такая профессия очень странная, ее нет обычно, но это связано с искусством, как вы понимаете. Таких профессий обычно в университетах очень мало, но будем стараться найти что-то. Ну, для начала удачно поступить, а потом уже искать работу. Школа дала друзей, дала море вообще воспоминаний, эмоций, и вообще очень грустно расставаться со школой. И снова о приятном. Есть в нашем городе место, которое не только радует глаз красивым пейзажем, но и хранит историю четырехвековой давности. Слобода – Каменка. Такое название носил раньше поселок Кировское. С недавних пор он именуется Обуховкой. На этой неделе поселку исполнилось 420 лет. Со времен запорожских казаков и до наших дней этому удивительному краю действительно есть что передать будущим поколениям. Кое-что узнали и наши корреспонденты, которые побывали на празднике по случаю юбилея. На днях поселок Кировское, по-новому Обуховка, отметил свой 420-й день рождения. Раньше это живописное место богатейшей истории называлось Слобода-Каменка. Неспроста в праздничный день его жители и гости собрались возле Спасо-Преображенского храма. Ведь церковь, появившаяся здесь 4 столетия назад, положила начало поселению запорожских казаков. Их миссия заключалась в том, чтобы помочь переправиться на другой берег Днепра каждому, кто в этом нуждался. Переехать через Днепро было практически невозможно. Очень большие пороги, сильное течение. Поэтому вот специально была создана вот такая бригада. Появилась бригада, появилась церковь. Без этого не могло быть. На левом берегу, на правом берегу Днепра появилась Кайдацкая церковь, а на левом берегу Спасо-Преображенский храм. А далее появилось селище. Петр Овчаренко знает об истории родного Амур-Нижнеднепровского района практически все. Он стал инициатором и организатором установки памятного знака, посвященного 420-летию Слободы Каменки. 400 років. Це історична дата, але саме велике багатство нашого краю – це добрі, хороші, героїчні, знамениті, порядні трударі – це наші люди. Це велика дата і велика історія. Багато людей тут було задіяно в цій історії. І це вже пам'ятка буде. Сюди будуть приходити люди до храму. І будуть йти мимо цього знака, читати,
и сберегать истории. Конечно же, на празднике присутствовали уважаемые люди, труженики, которыми славится поселок. Один из них – 88-летний Владимир Гашпоренко. Всю жизнь он посвятил работе на мельнице, которая располагалась неподалеку от храма. Не только я мукомол, и отец мукомол, и дед мукомол, и прадеди, прапрадеди на водяных мельницах работали, на ветряках. А я уже с папой работал на механических мельницах. Ой, это очень хорошее место. Особенно, ну, если вот так взять немножко раньше, вот, например, 34-й, 38-й и так далее, чуть-чуть выше. Ну, такая красота здесь. Особенно вот когда идешь на Днепр. Открытие памятного знака стало не единственным событием, приуроченным к юбилейной дате. В Спасо-Преображенском храме появился источник питьевой воды, который освятил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней после торжественной литургии. Хочется побажати всім, хто буде слухати цю програму, побажати здоров'я, миру, радості духовної, злагоди в суспільстві, щоб уже кінчились ті такі страшні справи, щоб настав мир, яким би люди насолоджувались. Ну а ми продовжуємо говорити на тему історії. Мітинг «Реквієм», посвященный молодежному движению времен Великой Отечественной войны, организовали на прошлой неделе жители АНД района. Вспоминали о тех, кого война застала совсем юными и кому пришлось повзрослеть в силу страшных событий. Большинство из них, увы, так и не увидели мирного будущего, за которое так отчаянно и самоотверженно боролись. Память о комсомольцах-подпольщиках должна жить вечно. Так считают участники акции, которые позаботились о реконструкции посвященного героям обелиска. Бойцы невидимого фронта. Так называли юноши и девушек подпольных организаций, которые сражались за родину и геройски умирали в жестокой борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В Днепропетровске действовало множество подпольных молодежных организаций, среди которых особого внимания заслуживает Амур-Нижнеднепровская подпольная комсомольско-молодежная организация. Митинг «Реквием», посвященный 75-летию молодежного движения, прошел на днях в одном из скверов Амур-Нижнеднепровского района города. Мы просто хотим, чтобы молодежь, подрастающее поколение знали, что Амур-Нижнепровский район знаменитый не только боевыми трудовыми традициями, но и поколение, молодежь, и та же принимала участие в освобождении. Ровно 40 лет назад в этом же сквере был установлен памятник членам Амур-Нижнеднепровской подпольной комсомольско-молодежной организации. Композиция памятника состоит из фигур двух людей – парня и девушки. Девушка склонила голову, парень же, наоборот, держит руку вверх. Таким своим жестом он показывает, что победа над фашизмом неизбежна, и на смену одним подпольным организациям всегда придут другие. Это было послевоенное время как раз. И столько было памятников по многим городам и селам, фигуры солдат. Вот. И это, значит, решили тоже делать памятник этим комсомольцам-подпольщикам. Ну, я за это взялась сделать. И так получилось. Годы сделали свое дело, памятник пришел в негодность и требовал реставрации. Осенью прошлого года представители Совета ветеранов АНД района обратились к руководителям предприятий района и попросили помощи в реставрации. Откликнулись немногие, но помощь тех, кто смог помочь в этом благородном деле, горожане будут помнить еще долго. Случилось так, что я встретился с автором новой книги о комсомольцах-подпольщиках случайно в больнице. Прочитал ее, и у меня родилась идея восстановить его. Он был полуразрушен. Мы все это делали ради молодежи. И тогда, а тем более сейчас, хотели привлечь сюда молодежь. На праздник памяти собрались десятки горожан. Были там и те, кто 40 лет назад присутствовали при установке памятника. Время сделало всех старше и мудрее. Не поменялась только история. И ее же жители АНД района теперь будут рассказывать своим детям и внукам в обновленном сквере возле реставрированных молчаливых фигур двух молодых людей. Когда мы открывали этот памятник, это был тоже хороший, ясный майский день. И вот уже прошло 40 лет. К сожалению, в жизни...
На этой неделе стали известны результаты финальных соревнований волейбольной суперлиги. Скажем прямо, для наших земляков сезон был нелегким, но принес небывалый успех. Впервые нашим ребятам удалось завоевать серебряные медали чемпионата Украины. Это, безусловно, отличная новость. Казалось бы, можно лишь порадоваться за родную команду «Днепр». Но, увы, хорошая новость омрачена печальными заявлениями. Как оказалось, из-за сложностей с финансами команда на грани распуска. Подробности далее. В городе прошел финал Суперлиги по волейболу, в котором приняли участие харьковские «Локомотивы» и днепропетровский «Днепр». Начало тура для нашей команды было неблагоприятным. Капитан Виталий Бондарь получил травму, и игра в Харькове не задалась. Болельщики надеялись на реванш, но чуда не произошло, хотя упрекнуть нашу команду не в чем. Ребята отчаянно сражались, цепляясь буквально за каждое очко, за каждый шанс переломить ход финальной игры. Несмотря на то, что им не удалось одержать победу, впервые в истории команды волейболисты Днепра завоевали серебряные медали Суперлиги. Сегодня в Днепропетровске состоялось одно из самых ярких и впечатляющих волейбольных событий. Спорт в Украине падает с каждым днем все больше и больше. А вот в Днепропетровске он продолжает развиваться. И сегодня впервые за многие годы команда «Днепр» города Днепропетровска завоевала серебряные медали чемпионата Украины. Немножко огорчает сегодняшний праздник. Непонятно с будущим команды. Я не исключаю то, что это будет ее последняя игра. Потому что финансирование под вопросом. Город не хочет поддерживать свою команду. Я имею в виду руководство города. Надеюсь, что у них откроются глаза после этой встречи. Волейбол – олимпийский вид спорта. Олимпиада у нас не за горами. Ребята наши должны войти в сборную Украины. Пройти отборочные. Это очень сложно. Мы пока не заявились в Еврокубке, хотя имеем на это право. В общем, к сожалению, такой праздник получается с небольшим горьким привкусом. «Локомотив», бессменный чемпион вот уже последние 15 лет, был ошеломлен напором Днепра. Первые две партии абсолютно заслуженно остались за нами. До победы оставалось выиграть всего одну лишь партию, но харьковская команда продемонстрировала класс игры. И две следующие партии остались за гостями. Судьба поединка решилась в сокращенной пятой партии. Труднейшую победу в ней одержал «Локомотив», в 16-й раз став чемпионом страны. Мы боролись немножечко, фортуна была не на нашей стороне, но мы довольны результатом сегодняшнего дня и вообще сезона. Хотим поблагодарить зрителей за поддержку. Да, они нам помогали. У нас сейчас проблема стоит, что у нас городские власти уже не финансируют 4-й месяц. Это тяжело, и вообще команда сейчас под угрозой, что ее может вообще не существовать в следующем сезоне. Но хотелось бы, чтобы команда эта жила, потому что сегодня вы видите полный зал, хороший волейбол, красивый. То есть я думаю, что такую команду надо сохранять. Тема сюжета, безусловно, заслуживает обсуждения. И сегодня у нас в студии технический делегат Федерации волейбола Украины Олег Макаров. Здравствуйте, Олег Васильевич. Здравствуйте. Что вы можете сказать по поводу успехов команды? Впервые в истории днепропетровского волейбола мужская команда в основном чемпионате Украины Суперлиги заняла второе место и завоевали серебряные медали. Прежде всего, конечно, это радость для команды, радость для всех болельщиков волейбола города Днепропетровска и всей нашей Днепропетровской области. Во-вторых, они выполнили норматив мастеров спорта Украины. Сейчас готовятся документы, я думаю, буквально в течение месяца эти удостоверения они получат. Но прежде чем это все случилось, естественно, начался 25-й чемпионат Украины, ну, довольно сложно, потому что, во-первых, команде отсутствовало хорошее финансирование, хорошие игроки есть, а вот надежного финансирования не было. Благодаря некоторым людям, которые заслуживают внимания, это и Евгений Вадимович Морозенко, и Александр Евгеньевич, Главное, что да, их главное, знают, что да, их вот знают, есть, да, и они помогают немножко команде выжить.
Руководство города очень хорошо отнеслось в последнее время, когда, особенно в конце игры финальной, когда она встретилась с игроками и руководством. И дали надежду, пообещали, что команда будет существовать, будет дальше развиваться. И все, кто могут, как помогали, так и будут помогать команде. Скажите, пожалуйста, есть ли возможность со всеми вот наградами, которые получили наши спортсмены, могут ли они, например, вот лучшие игроки пробовать себя в Олимпийских играх, которые вот уже в августе пройдут в Бразилии? Есть ли выход на международную арену? На международную арену уже наша команда вышла. Кубок европейских чемпионов, там допускаются 3 команды. Но, к сожалению, опять же, отсутствие стабильного финансирования не позволяет команде играть, потому что как-никак надо вступительный взнос немаленький заплатить. Ну и, во-вторых, хорошую спортивную базу иметь. К сожалению, у нас строительная академия – это база, которая может принимать только чемпионат Украины. Что касается соревнований выше, это минимум 2,5-3 тысячи надо зрителей. Соответствующие условия, чтобы соответствовали требованиям международных федераций. У нас такого, к сожалению, нету. Насколько становится популярным этот вид спорта в последнее время? Есть ли развитие? Или же, наоборот, к сожалению, какое-то угасание интереса? Павел, развитие есть, конечно. Если в начале люди приходили, 400-500 человек было на играх, то сейчас до 1000, иногда даже зал не вмещает зрителей. Балконы забиты. Там один балкончик, к сожалению. Естественно, игроки хотят играть. Хорошие игроки в команде. Тренера хорошие. 2 мастера спорта. 2 тренера, 2 друга. Которые на протяжении уже 3-й сезон работают. И в конце концов вывели команду на такой уровень. Спасибо, Олег Васильевич, за приятный разговор, а нам остается надеяться и верить в то, что обязательно с изменениями в стране к лучшему, и спорт, конечно же, тоже изменится. Павел, я тоже в это верю. Спасибо большое вам. Будем оптимистами. Я напомню, что у нас в гостях был технический делегат Федерации волейбола Украины Олег Макаров. И напоследок о прекрасном. Необычная выставка открылась на этой неделе в Музее украинской живописи. В экспозиции собраны работы лучших мастеров японской гравюры. Об уникальных оттисках и истории древнейшего вида изобразительного искусства в нашем последнем репортаже. В Музее украинской живописи торжественно открылась поистине уникальная выставка мастеров японской гравюры 18-19 столетия под названием «Оттиск восходящего солнца». В коллекции представлены работы периода, когда искусство ксилографии, разновидности печатной графики на дереве, достигло наивысшей точки развития. Выставка собрала произведения гениальных японских художников, таких как Касусика, Хокусай, Утагава Кунисада, Тайсо Йоситоси, Утагава Куниёси, Кунитика, Кобаяси Киётика и многие другие. На этой выставке выставлено более 230 работ. Художники не просто какие-то мастера, хотя у японцев нет понятия, знаете, конечно, есть более слабый, но нет понятия слабый художник. Понимаете, там просто более знаменитый. И вот здесь как раз именно такие художники и представлены. Эксперты по достоинству оценили значимость события в масштабах не только города и страны, но и мирового культурного пространства. Ценность этой коллекции в том, что она просто демонстрирует и показывает разные жанры японской гравюры, которые существовали. Просто побачить все разные жанры и все разных мастеров в одном месте фактически невозможно. Благодаря Музею украинской живописи жители нашего города смогут познакомиться с удивительным и ярким японским искусством, которое стало символом культуры страны восходящего солнца. В свое время японская культура, когда она стала открытой миру, она оказала очень сильное влияние на Европу, на искусство эпохи модерн, даже на тех же импрессионистов. Вот мы знаем, что Винсент ван Гог очень любил японскую культуру, как-то по-своему ее воспринимал и отражал в своих картинах. На вернисаже артисты Днепропетровского театра оперы и балета исполнили отрывок из оперы «Чио-Чио-сан», а спортсмены Центра японской культуры «Фудо-Шикан» показали элементы традиционного японского фехтования. Посетителям представилась возможность полностью окунуться в атмосферу Японии, присутствовать на традиционной чайной церемонии и встретиться с настоящими гейшами и самураями.
Такими были события этой недели. Встретимся обязательно в следующую пятницу. Солнечных выходных вам!